Более 8 тысяч когалымских школьников готовятся к 1 сентября. 900 из них – первоклассники. Образовательные организации города готовы к новому учебному году. Комиссия приняла все школы. Нарушений в ходе проверок не выявлено. Капитальный ремонт системы отопления выполнен во втором корпусе 8-й школы. Отремонтирована кровля в детском саду «Буратино». Подробнее расскажет начальник управления образования Александра Лаврентьева. Не секрет, что наши здания, наши школы и детские сады уже достаточно возрастные, то есть более 30 лет функционируют. И тем самым меняется законодательство, и, соответственно, в соответствии с изменением законодательства иногда требуются какие-то ремонтные работы для того, чтобы выполнять все эти требования. Поэтому все наши образовательные организации готовы к новому учебному году. То есть у нас нет ни одного объекта, который не будет запущен в этом новом учебном году. Все мероприятия, касаемо антитеррористической безопасности, были завершены в прошлом году. То есть наши объекты все 100% оборудованы всеми необходимыми мероприятиями, которые должны быть согласно их категории опасности, которая была также определена комиссией. То есть у нас есть объекты, которым присуждена вторая категория опасности, третья и четвертая. Поэтому согласно требованиям постановления правительства 10.06 у нас все наши объекты соответствуют требованиям. Сейчас у нас изменения только в части того, что пока на сегодняшний день, значит, задача односменного режима пока, скажем так, ушла на второй план в связи с тем, что достаточно большое количество зданий требует капитальных ремонтов в целом в стране. И в связи с этим мы понимаем, что это требует тоже финансовых вложений. Поэтому на сегодняшний день, конечно, вопрос односменного режима у нас не решен в городе Когалыме. Но хочу успокоить родителей и, соответственно, жителей города Когалыма, что школа, которая запланирована на 900 мест, она будет построена. То есть работы продолжаются. Трудно говорить о том, что появилось. Мы единственное, о чем хотим, конечно, оповестить и будем об этом говорить, что у нас запускается новый проект во всех образовательных организациях. Это, в принципе, запускается он во всем округе. Это новый образовательный проект, это «Разговоры о важном», где еженедельно мы по понедельникам будем поднимать российский флаг, мы будем петь гимн и, соответственно, будут проводиться уроки. То есть это 34 урока в течение года, где мы будем обсуждать особо важные и значимые темы для детей, для государства, для общества в целом. Мы прекрасно понимаем, что дети, возвращаясь с отпусков, конечно, мы не исключаем, конечно, проблему заболеваемости. Поэтому буквально вчера был протокол, появился, который утвердил защитный протокол, в котором четко регламентировано, какие наши действия во время образовательного процесса. В частности, там прописано, что при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях возвращается масочный режим. Поэтому мы сейчас, конечно, еще внимательно изучим вопрос, необходимо ли опять педагогам во время уроков носить маски. Но то, что все массовые мероприятия для родителей, в том числе с обязательным ношением масок, это обязательно. Потому что мы прекрасно понимаем, что родители захотят прийти на праздник 1 сентября. Они захотят посетить мероприятия, связанные как раз-таки, то есть на классные часы прийти. Поэтому в этом случае в обязательном порядке масочный режим у нас пока возвращается.